И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по RevMM, и сегодня против меня будет играть очень-таки известный игрок, известный, говорю я уже, игрок клана Synergy, он же серебряный чемпион, King of TP. Поздоровайся. Привет. Сегодня у нас будет необычная паришка в ММ, все же мы получили Легаси еще вчера. У нас в гараже его не было, а сегодня у нас уже он имеется. И почему бы не записать такой вот ролик именно таки на данных крутых нагибаторских сочетаниях. И давайте так, ребятки, как только на данном ролике наберется 100 лайков, мы записываем сразу же следующую пари ММ. Возможно таки это будет такая же паришка на Легаси, если она вам зайдет. Либо же простая, адекватная нагибаторская, как мы записывали с Саратовым, и мы делаем такой вот годный контент, рубрику возрождаем, можно так сказать. Все же я говорил, что она должна продвигаться, я видел, что она вам понравилась, давно у нас ее не было, поэтому сегодня мы для вас ее записываем. Для кого? Для тех, кто, ребяточки, не знает, в чем же суть данной сочной аппетитно-нагибаторской рубрики, это пари ММ. В чем заключается суть? Мы играем одну каточку, простую, пусть там будет, я не знаю, захват флага, контроль точек, штурм, в общем, мы пикаем в быстрый бой. И кто в этой катке занимает первое место, либо же набирает больше опыта из нас, тот и побеждает. Имеется один раунд, нету никаких прав на ошибочку, кто смог, тот нагибатор. Все просто. Где же ты у нас тут, Тёмик, имеешься, такой сочный нагибатор? Давай-ка я тебя запикаю. У тебя есть предложения, может, какие-то на определенный режим, или же тебе пофиг? Да пофиг тебе, где тебя нагибать. А, значит, ты сегодня думаешь, что на изи-каточке у тебя получится вынести меня на Хорната рельсе Легаси, да? Ну ладно, тогда мы пикаем быстрый бой и посмотрим, что нам сегодня данный быстрый бой предложит. Единственный момент, наверное, в чем мы будем сейчас отличаться именно-таки по вооружению, это Тёмик будет играть, я так понял, в резисте 20% от всего, а именно-таки в спектре МБ, ну а я буду играть в спектре МА на 5% больше резиста, и если Тёмик в принципе проиграет, у него будет право именно-таки этим и отмазаться. У него резист на 5% меньше, а может именно-таки данная модификация, можно-таки сказать так, его модуля зарешает в данной паришке. Закидывает нас на Брест ТДМ. Что ты можешь сказать, Тёмик, по этому поводу? Есть ли у тебя шансы нагнуть именно-таки на данной карте в данном формате? Топа карта ДЛС. Ну, карта для рельса, но нагнуть-то ты сможешь или нет? Да. На изи-катке? Да. Ну, давай посмотрим. 45 опыта я уже быстренько калачу. Что там у Тёмика? У Тёмика 20-ка, что-то он как-то не активничает, хотя на стримах он любит погореть, побомбить, поговорить, какой он нагибатор и какие он сочные рельсы выдает. Но сейчас что-то как-то он очень-таки тихо решил, наверное-таки, сконцентрироваться, да? Ну ладно, меня сейчас тут обосцикали. Идем на рез. Тёмик уже там начинает вырываться. Не знаю, наверное-таки стоит здесь как-то поиграть очень-таки сейвово. Я там вижу, у противника есть пулемет, который уже зажимает определенный. Если я сейчас встану на какую-нибудь кемперку, я, условно говоря, наверное-таки больше буду набивать опыта. Хотя Тёмик там что-то находит, постоянно каких-то пацанов выстреливает. Это все же игрок тимпоинтерс, а нынче он может даже и поиграть еще в модсе. Не знаю, захочет ли он это делать или нет. Все же игрок получил Легаси, а значит уже у него плюс 120% к скиллу именно таки имеется. И все шансы на победу в каком-нибудь, может быть, тандеме или соло модс у него имеется. Что ты скажешь, Тёмик, по этому поводу? Поиграл бы ты модс там? Понагибал бы там всяких аветисов, еще кого-нибудь, не? Не, я изёвый слишком. Изёвый для аветиса? Чтоб... Ты тоже что-то изёвый, 55 опыта, так нормально. Блин, ну сейчас было немножечко обидно. 55 опыта, это, конечно, не тот показатель, который я хотел сделать, но... Все-таки тут надо выбирать. Либо же балаболить, либо же нагибать. Ну и когда напарник просто сидит молча и пытается быстренько наколотить, все же суть-то заключается именно-таки в нагибе, то
Я, конечно, в этом компоненте немножечко таки проигрываю, но, как говорится, еще не вечер, 4 минутки у меня имеется, а это значит, что Тёмика жопа еще может спокойненько сгореть, а я его смогу еще на изи-каточке все это дело, конечно же, нагнуть. Дабл-рельсу отлично выписываем, еще разочек выстрел даем, но... Нет, стоп. Ты на каком устройстве, к слову, играешь? Я играю на своей дестабилизации снаряда, а ты на чем играешь? Такое же устройство. Такое же, да. Значит, шансы у нас в этом плане равны. Единственное отличие — это в резисте 5%, но все же, как по мне, именно такие эти 5% резиста не особо таки решают в таких катках. И по большей части, наверное, зарешает тот момент, кому больше повезет, либо же кто больше попадет. Вот если я бы сейчас попал бы, это было бы плюс 15 опыта. Если в конце концов мне не хватит именно таки данного опыта, еще и Тёмик кто-то меня быстро килл крысит, то будет, конечно же, обыдненько. 3,5 минутки у нас еще остается. А я вот так вот аккуратненько заезжаю на респ к противнику. Одну рельсу выписываю. Сейчас ДДшечку с бустером включаю. Ах, как мало урона, как мало урона. Ай-яй-яй-яй-яй, боже ты мой, как можно так мазать. Банка криворукий, согласен, хэштег нубло. Так, у нас там Воспожига по респу катается, а тут еще Вика Жига была. Ну ладно, попробуем как-нибудь засейвить. Там вот Вика Гром, ох, Воспогром, Тёмик-то не успевает. Это хорошо, когда Тёмик не успевает. Так, а вот там вот еще. Весь это типулики. Ах, уже сгорать-то начинает потихонечку-то. Я знаю, как у Тёмика бывает, полыхает. Кто смотрит стримы, тот-то знает. Тёмик-то сейчас что-то очень такое, очень адекватный. Адекватный, да? Ну ладно. Знаем мы этих адекватных ребят, которые потом сгорают, как не знаю кто. 35 опыта отрыва у нас имеется. Ну, вернее, у Тёмика имеется от меня. А это значит, что, блин, уже 50. Тём, стопэ. Промаш. Не надо тебе стрелять по этому васпику. Я и сам его солью. Без тебя разберусь. Ну нет, так же нельзя играть, Артём. Артём, я все понимаю, что это по ремам. Но все же, давай вот без этих вот маневров. Все же, как бы, никто этого, конечно же, не отменял, но мы же адекватные игроки, мы же можем выиграть честно. Или ты же и не можешь выиграть честно, тебе надо потолкаться, тебе надо побаловаться в какой-то степени. 2 минуты остается, две минуты. Я, конечно, очень-таки хочу выиграть, но у меня таки особо это дело не получается. Еще и танки не выезжают на те прострелы, которые должны выезжать. 30 опыта отрыва. Плохо, очень плохо. Мне не нравится этот расклад, хотя, в принципе, ничего такого очень-таки страшного нету. Один килл у нас имеется. Тёмик выдает отличнейшую рельсу прострелом. И вот мне бы сейчас бы не мешало бы забрать этот танк. Нет, блин, мало урона выходит. Он мало. Здесь, предупреждаю, сразу. Мало. Он 50. Мало. Что мы делать будем? Тёма там кого-то уже слил. А я что сделал? Я тоже слил, это хорошо, это 20 опыта отрыва, это килл. Как не килл, это 1400 урона, только не смущешься. Есть килл, а это значит, что у нас еще один килл может быть, нет? Я смазал, нет, стой. Блэд, меня слили, Тёма уже с 35 отрыва. И это крах, это просто провал, это провалище, это банка сливает первый по ремам слитая, нет? Нет, Тёма, стопэ, нет, подайся, постой, АФК, не надо, Тёма, не делай этого, не надо, нет, пожалуйста, почему, нет, 28 секунд, ну зачем я столько много говорил, а он сидел и в наглую килл делал, блин, ужас, ну как тебе не стыдно, Артемий, как вам не стыдно? Я понимаю, что вы профессионал, что вы чемпион в серебре, но все же, ну зачем вам было это делать? Зачем вам было унижать нуба, который не умеет играть на хоре рельсе, еще и в легаси? Боже, это крах, и на 35 опыта выигрывает у нас Тёмик. Что ты можешь сказать после этой победы? Зёвый каточка. Изёвый каточка или изёвый в тандеме, или изёвый на банке, или не знаю, что ты можешь еще придумать. Всё и сразу? Ну вот такой вот ролик, ребяточки, у нас получился. Если он вам понравился, если вы хотите продолжение, то прямо-таки сейчас поставьте палец вверх, если вы еще его не поставили. Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят,
Подписывайтесь на группу ВК, ссылочка будет у нас в описании, конечно же. Также смотрите другие ролики. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.